большая ответственность сегодня у Александра Бойчука. Заменить Аль-Хаджи Камара, у которого большие надежды и были моменты, но вот пока как-то не идет в Еврокубках. В отличие от чемпионата, выход 1-1. Опасный момент. Бойчук обыграл вратаря. Добавить! 1-0! На 8-й минуте Шериф выходит вперед. Великолепная передача. Посмотрим сейчас, кто эту такую передачу из глубины поля отдавал. Бойчук обыграл Вагнера. И быстрый гол отдается этим распальчанам. Просто шикарная передача. Не было офсайда. Задержался здесь один из защитников Карабаха. Вышел, перекрыл вроде бы ворота Вагнер. Ну и здесь уже добавить мяч в сетку было делом техники. Просто не попасть в защитников. Рифет Капич, автор первого мяча в сегодняшнем матче. Молодец за то, что не выключился. Там все уже смотрели, как будет решать этот эпизод Бойчук. 1-0.